Погребенный заживо. В Усть-Катаве рабочего завалило землей. Как стало известно, на месте ЧП велись земляные работы. Один человек из бригады засыпал яму с коммуникациями. В этот момент боковая стена траншеи обрушилась, и человек оказался под толстым слоем земли и глины. Другие рабочие не растерялись. До приезда спасателей они самостоятельно откапывали пострадавшего. Доски еще ставьте. Нет, надо доски еще. Тихо. Высвободить пленника из-под завала удалось бригаде профессионалов. Спасательная операция заняла полтора часа. Аккуратненько, Николай, вот так вот, ты не дыши. Ты не дыши уже вроде. Ставьте еще туда доски. Рабочий видимых травм не получил, но на всякий случай его отвезли в больницу.